Всем привет, ребята, и сегодня я вам покажу, как в данный момент трейдить, ну, где-то, если у вас голды, там, может быть, ну, допустим, у вас голды 8, вы можете это удвоить сейчас. Короче, берете и сейчас скупаете вот этот скин до примерно 6 голды. Вот вы его будете, вот если вот вы скупите вот этот 5.80. Если сейчас вы все это скупите, вот у меня было 100 голды, я их всех скупил. Он мне даже с наклейками прилетел, мне еще за нанотритом прилетал. Это дикий окуп будет. Он и раньше, я помню, он стоил голды по 8. Вот я их выставил за 8.22. Вот. Ну, может, кто-то купит, но мне кажется, никто не купит. Их купят уже, когда этот рынок остановится. Видели, что с рынком сейчас? Давайте легендарки зайдем. Они раньше все по 20 голд, там, ну, по 17. Самое дешевое стоило. 17 голды. Запоминаем. Сейчас она стоит 9.50 по запросу. 9.10 тут. Тут вообще 9 голды, еще и с наклейкой за 12. Понимаете? Все в цене упало. Все быстренько покупайте. Даже ножи. Если этот, у вас есть голда-то нож, то скупайте, я бы вам посоветовал либо вот этот вот. Ну и либо вот этот вот. Там он тоже нормально стоит. Вот этот можно. Ну, вот этот обязательно скупать. Он там что ли 1200 стоил. Вы можете купить за 650 голды. Но я бы вам посоветовал, вот, как я скупил, если у вас 100 голды, вы можете подождать там месяца 3, и все, и вы будете жестко, прям жестком окупе. Вот я так на бабочку натрейдил. Посмотрите, сколько бабочка стоит. Посмотрите просто. 1150 голды просто закуп. Можно поставить и все, и кайфовать. Посмотрите, как она в цене быстро вырастает. Оп. Все. Уже 800. Оп. Уже 800. Просто за одну. На любом скине так делаешь, так не будет работать. Оп. Ну вот на ножах тут только вот это вот работает. Даже на вот этом скине, смотрите. Уже 5. Оп. Уже 6.66. Оп. Уже с наклейками летят. Вот, я вам посоветовал просто заказывать по 4.30 голды. Ну, будете жестко купить. Вот, история покупок. Вот, я их покупал очень много. Там еще юспики я покупал, потом продал. Вот, видите, меня тут за 0.3 даже прилетали. Я говорю, это жесткий окуп. Вот опять за 0.3. С наклейками тут прилетали. Сейчас найду. Вот, да, с наклейкой переливающей. Вот за 0.3 мне прилетел с двумя наклейками. Вот это. Вот за 0.3 мне прилетело. Я говорю, это жесткий окуп. Вот мне внутри прилетело. Я все заказывал. Вот. Вдруг реально окуплюсь. И вот я окупился жестко. У меня было 100 голды. Сейчас я продаю на голды 250. А она скоро через там месяца 2-3 будет очень много стоить. Вот, 8 голды. Я даже вам историю покупок сейчас покажу. Где я тут покупал? Так. Так, это мне сливали. Вот. Вот, ребята, за 8 голды я покупал. Очень давно. Просто имбовый реально. Посмотрите, как он выглядит в катке. Ну, он очень хорошо выглядит. Очень хорошо.
что я вам посоветовал, во-первых, их скупать, чтобы на Воку пойти. И, во-вторых, скупать, чтобы играть с ними. Вот реально я сейчас отменю и применю, потому что скин реально имбовый. Он прям жесткий. Вот история покупок. Видите, я еще заказывал, я вам посоветовал вот этот заказ. Тег. Вот этот тег, потому что, во-первых, его очень много за 0.3 прилетает. Очень много, вот мне 2 прилетело за 0.3. Так еще и мне с наклейками прилетело. Я с этого ушел, вот я продал в большой окуп. С этого тоже я скоро в окуп пойду. Ну, я за 12 голды продал за 0.3. Ну, не знаю, блин, я с этого, короче, заказывайте, если у вас есть голда. Вот эти авики можете заказать, если у вас очень мало голды. Вот тег можете заказать, если у вас 3 голды. Если у вас 2 голды, можете вот эту заказывать, но 5 голды будет стоить. Можете продать в окуп 2 голды, каждая амка. Вот эту вот тоже заказывать. Вот эту больше всего заказывайте, если у вас есть голда. Вот это тоже закажите. Ну и вот этих закажите, если у вас прям нема голды. Если у вас очень мало голды. Заказывайте вот этот юзбек. И все, и кайфуйте потом. Вот заказывайте вот эту эмочку тоже. Если у вас прям очень много голды. Вот это заказывайте. Тоже в окупу есть. Ну, большой там, но там окуп. Вот это вот не надо заказывать. Ну, на 3 голды там буквально копейки окуп. Хочу вот вам посоветовал бы вот такие вот штучки закупать. Ну и все, и сидите, кайфуйте. Посмотрим еще, что можно закупить. Чтобы если у вас прям очень мало. Вот. Если у вас нормальные голды, вот это покупайте. Вот я только что заходил, оно стоит нормально. Так вот это вот покупайте, он 20 голду стоило. Вот просто закуп ставите и все, и кайфуйте. Ладно, внутри сейчас прилетит все. И рарки все заказывайте. Если у вас тоже много голды, просто вот заберете. За 18. И заказывайте. Видите? И кайфуйте. Вот нафига голды будет. Вот я так на трейдер на бабочку. У меня было буквально голды 100. И вот с каждым обновлением я вот так вот выставлял запросы, и я ту бабочку тут найду. Все, всем желаю дикого окупа. Всем удачи и всем пока.